перед просмотром ролика, подпишись на канал и поставь лайк. В результате взрыва на угольной шахте Шуроп в Исфаре погиб один человек и несколько получили ранения. Представители шахты сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в подземных туннелях шахты. Спасательные группы сейчас работают над устранением последствий произошедшего. Хусейн Бабазода, главный инженер шахты, сказал 24 июля в беседе с новостью «Таджикистан», что взрыв произошел в субботу примерно в 16 часов 30 минут. Абдуман Нанташабаев, начальник бригады, скончался на месте происшествия. «Мы приостановили все работы на шахте до полной ликвидации последствий ЧП», — сообщил он. Другой осведомленный источник новости «Таджикистан» добавил, что еще 7 человек были ранены в результате взрыва и доставлены в больницу. Начальник регионального отдела по чрезвычайным ситуациям Туйчикул Мураткулов сказал, «В настоящее время сотрудники выехали на место происшествия для оказания первой помощи, и как только будут доступны полные данные о материальном ущербе и жертвах, информация будет предоставлена». Угольное месторождение Шуроп – одно из крупнейших в Таджикистане. Хусейн Бабазода говорит, что такие несчастные случаи – редкость, и за последние десятилетия на шахте никто не погиб.